сторис снять красивый. За цветочка у нас будет шоу украшать, Олег? Хорошо. Там, где сладости будут стоять. Ну, короче, кэнди бар. Да. Может, вам что-то помочь? Нет, да нет. Это женское дело. Избавили. Привет, привет, привет. Вот такая красота. Расскажите еще раз. Да. Соленье прям с картошечкой, прям. Соленье? Это рыба все. Ну я имею в виду соленье, а это рыба для меня. Не, соленье. Соленое имею в виду. Видишь, как ты красиво, я напополам бы порезала. Кого, персик? Я пытался напополам, он просто от кости не отделяется. Поэтому я его решил резать на больше кусков. Только потому, что он без, ну, не отделяется от косточки, он спокойно. Будет мало гостами. Спокойно отделяется. Мастер-класс по разрезке персика. Блинчики, кабачка вот так. Здравствуйте. Вот такая гарная красота. Вон еще лаврового листа. Там была очень. Это надо занести денег, надо. Что? Занести надо. А, ты поняла? Не успел я его. Это не твой телефон. Это? Мой. Дайте оставить. Да, давайте я загрузку. Ну, просто не потерялся. Ну, а все горы. Ну, знаешь. Нет, ты на них не что-то делал, очень красиво. И. А, давай так подходим, давай. Да, сидеть. Ну, сейчас кто-то решит Девочки, улыбаемся и рассказываем, что вставляем 35 свечей. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. У нас юбиляр. 21, 22. Догадайте, сколько ли у нас? 23, 24. 25, свечек не хватит. 28, 29, 30, 31, 32, 33. Неудобно будет зажигать, да? Нормально. 33, 34, 35. Ура! Только много нужно зажигалок. Сразу всех, у всех зажигалки забирай, Лена, чтобы подпаливать было удобно. Нужно 6 светом еще выключать. У меня какая-то неудачная зажигалка. И нам надо палочкой зажигать вообще. Так неудобно будет нам зажигать. Где палка вот эта такая? Да.
Хорошо, что они долгоиграющие, по большому счету, свечи, я имею в виду, длинные, что они быстро сгорят. Я думала, перешла на рыбный стол. Там какая игра, чем камбала. Это. Це камбала. Нет, ну ничего не знаю, что вот его глаза. Я буду на трудовий. Він там як начав орати, слышиш? Як начав орати, начав креститься, начав это, він тільки рот. Росіка, огурцом, все нормально. Нормально. Вот гости разошлись, я могу вам только снять. Это был день рождения зятя. Вот, гости разошлись, я могу вам снять уже после гостей. Там был у нас пивной стол. Почему бы он и есть там пивной стол? Ага, а тут осталось все, сладости уже ушли, остались одни только эти цветочки. Все? Три, два, один, быстро выбери. Знаю, девчонки, знаю, знаю измены вкус. Но я не стала злая, я ее не боюсь. Не та музыка. Верьте в любовь, девчонки, вот что я вам скажу. А если будет больно, вида не покажу. Верьте в любовь, девчонки, вот что я вам скажу. А если будет больно, вида не покажу. Если ударит ревность молнией золотой, лучше сказать спокойно, не уходи постой. Верьте в любовь, девчонки, вот что я вам скажу. А если будет больно, вида не покажу. Верьте в любовь, девчонки, вот что я вам скажу. А если будет больно, вида не покажу. Вы лишь потом поймете, что стала жизнь пустой. Если любовь убьете, и сам себе даю рукой. Верьте в любовь, девчонки, вот что я вам скажу. А если будет больно, вида не покажу. Верьте в любовь, девчонки, вот что я вам скажу. А если будет больно, вида не покажу. Вау! От нашей песни «Відбій повітряної тривоги». Ура! Розрізовий тортик Ліла Кейк. Знаєте, у нас в Дніпрі є кафе Ліла Кейк. Так от, не хочу якусь торти, от час от розрізали кусочок. Хочу попробувати. От, на мамин торт очень вкусний, звісно. От що залишилося від маминого торта. Тобто його почти з'їли. А зараз я хочу попробувати цей Ліла Кейк. Не закриваю. Яка тут красота. Гляньте, яка росте ялинка. Амінь, глянь, яка росте ялинка. Ага. Ну я же вище. Міша! Висока ялинка. Не отвечена.
бесседные, безнадежные и ответные.